Всех приветствую. Продолжаем бродить по зданию главного штаба Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Кристина Робертсон. Портрет княгини Юлии Федны Куракиной. 1841 год. Холст масла. Размер 93/73. Кристина Робертсон, уроженная Сандерс, шотландская художница, портретистка, работавшая при дворе Николая I в 1839-1841 годах и в 1849-1851 годах. Весной 1841 Робертсон была приглашена ко двору писать портреты Николая I и его семейства. Ну а на портрете Юлия Федоровна Куракина, русская дворянка и чиновница королевского двора. Она служила обергофмейстершей, хозяйкой мантии, или старшей фрейлиной императрицы Марии Федоровны Дагмардацкой в 1866-1881 годах. Была дочерью Федора Сергеевича Голицына и Анны Александровны Прозоровской и внучкой Сергея Федоровича Голицына. В 1835 году вышла замуж за дипломата князя Алексея Борисовича Куракина. Стала старшей фрейлиной Марии Федоровны в 1866. Она оставалась на своем посту после того, как Мария Федоровна стала императрицей в 1881 году, но умерла позже, в том же году. Ее сменила Элен Кочубей. Вот такие данные я нашел в интернете о работе Кристины Робертсон «Портрет княгини Юлии Федоровны Куракиной». 1841 год, находится в главном штабе Эрмитаж Санкт-Петербург. Пока-пока, до свидания.